Hello, Comrades! С вами снова Лазар. Знаете, мы решили учесть пожелания рандомных зрителей номер 146, 18 и 134 и решили внести некоторые изменения в наше шоу. Теперь оно будет выглядеть так. Так что вам придется терпеть мое махание руками. В свое оправдание могу сказать, что я обучался у французов-профессионалов. Не помните, кто это? Так я могу напомнить. Перейдем же непосредственно к вопросу. Зачем ты платишь за Xbox Live аккаунт 1200 рублей в год, если на PS3 с помощью PSN можно играть совершенно бесплатно? Не связано ли это с тем, что твой бокс прошит, как у меня? Ну, сейчас я уже ни за что не плачу, потому что моя X-коробка отработала ровно свой гарантийный срок, после чего моргнула мне своим красным глазиком и перестала моргать. Навечно. Как смотришь на спад популярности игр на ПК? Ребята, ну ничего нигде не падало. Это все ложь, провокация и государственный заговор. Какая консоль нравится тебе больше всего? Я думаю, PSP. Благодаря одному устройству я могу слушать музыку, смотреть фильмы и играть в игры в любое время и всего за каких-то 4000 рублей. У меня вопрос. Какую консоль твоя девушка предпочитает? Ну, тебя это и так понятно. А из приставок? Я не консоль! Ну, а если серьезно, то, конечно же, Wii. Я имею в виду, только посмотрите на форму ее контроллера. Что лучше, Xbox, Wii или PS3? И почему? Лично я всем трем консолям предпочитаю Wii, потому что нердо-вечеринки for the win. Что ты думаешь о PlayStation Vita? Я думаю, что она очень быстро загнется из-за ее дороговизны. Но если этого не случится, это будет очень круто, и я обязательно ее куплю. Что вы думаете об анонсе Wii U? И сможет ли консоль отбить часть аудитории у Xbox 360 или PlayStation 3? И будет ли она популярна в России? Думать о Wii U еще рано. Мне кажется, Nintendo сильно поторопилась, выставляя эту недоделанную консоль на недавнюю выставку. Я имею в виду, все в очередной раз говорят о новом контроллере, который должен революционизировать взаимодействие игрока с консолью, но при этом почему-то все забывают упомянуть, что на одну консоль может быть подключен только один такой контроллер, а это означает прощай равенство между игроками. А это перетаскивание игры с большого монитора на маленький — это вообще полная глупость. Я имею в виду, в одно время они обещают нам, что мы сможем перетащить игру, в то же самое время они обещают, что с помощью этого контроллера, с помощью этого экранчика на этом контроллере, мы сможем делать какие-то особые вещи, типа взаимодействовать в инвентаре, как в Nintendo DS второй экранчик. Так это ж получается ерунда какая-то. В общем, рано еще делать выводы. Посмотрим, что Nintendo припасет нам на следующую выставку. Ах да, точно, забыл сказать, в России она прилетит вот так вот, мимо нас. Будешь покупать 3DS ради Metal Gear? Нет, я не настолько фанат Metal Gear, чтобы ради него покупать консоль. Я знаю, что тут написана какая-то другая неведомая хрень. В общем, вопрос такой, как ты относишься к иностранным интернет-магазинам? Год назад я открыл для себя eBay. Поначалу я, конечно, не доверял, и заказывал какие-то мелкие вещички, типа дополнительных устройств для контроллера, кабеля для приставок. Но сейчас 80% электроники я покупаю только через него. При правильном выборе шипмента это безопасно и очень-очень выгодно. И опять же, жалко, что за рекламу я ничего не получил. В магазине ION Xbox Live стоит 1249 рублей на 14 месяцев. В других местах 2490 рублей. Это магия? Нет, это новый фейри с активными гранулами. И опять же жалко, что за рекламу я ничего не получу. Лазар, у тебя PlayStation 3 с эмуляцией PlayStation 2? Нет, ведь Sony убрала поддержку PlayStation 2 игр с PlayStation 3. Ведь она делает все, что угодно, чтобы мы ее любили и уважали. Правда, Sony? Лазар, откуда у тебя время на все консоли? Моя приставка находится в комнате духа и времени, рядом с жилищем Ками. И я уверен, что 90% из вас не поняло эту шутку. А девушка тебе приставкам не ревнует? Нет, между приставками и девушкой я выбираю девушку. Ну, почти всегда.
А у тебя прошитая PS3? Где ее можно прошить и сколько будет это стоить? На моей консольке стоит прошивка 360, а значит, в данный момент ее прошить нельзя. Если бы ты жил в Кемерово, я бы с удовольствием посоветовал тебе пару мастеров, которые бы с легкостью прошили тебе свою консоль. Но мне кажется, это вполне легко делать самому. А тогда смогу ли я до покупки PS3 на eBay узнать установленную прошивку? А там можно не только узнать версию прошивки, можно купить уже прошитую приставку. И опять же, жалко, что за рекламу. А ты пират? Если да, то почему? Я консольный пират. И пока цены на консольные игры не приравняются к ценам к ПК-шным играм, я буду говорить это с гордостью. Ты благодарен хакерам, которые взломали PSN за бесплатные две игры? Или хочешь, чтобы их посадили? Я хочу, чтобы Sony наконец-то проснулась и пошла навстречу геймерам. Как это делает Microsoft? Если бы Xbox 360 был таким, каким он был в момент запуска в предыдущем видео, я о нем бы даже не заговорил. Но они идут навстречу, пусть даже воруя чужие идеи. И поэтому они поднимаются вверх. А Sony закапывается. К зерге. Какие у тебя есть или были приставки, кроме тех, что ты показывал? Какие игры на них играл и какая у тебя самая любимая? У меня была Dendy, но я мало что о ней помню. Я чаще ходил к друзьям в гости и играл у них. Моей любимой игрой на Dendy были Samurai Pizza Cats. На Sega это же был General Chaos. Еще совсем недавно у меня была PlayStation 2, но... Давайте не будем об этом, окей? Как ты познакомился с серией MGS? С какой части начал играть и какая самая любимая? Моя любимая часть Metal Gear это... Metal Gear Racing 2. Да-да. Если бы не она, вы бы сейчас не пялились в монитор и делали что-то полезное, а я бы не делал это видео и нашел наконец-то работу. А когда главный вопрос. Будешь ли брать HD переиздание, которое выйдет осенью? Спирачу. Ну а если не спирачу, то в крайнем случае куплю. Я не играл ни во вторую, ни в третью части, поэтому мне будет интересно посмотреть на них в HD качестве. Лоза, у меня вопрос. У меня друга есть PS2, а он хочет купить Xbox 360. Вопрос, лучше оставить PS2 или купить Xbox? Думаю, лучше подождать наступающего Next Gen. Мне кажется, эти консоли уже очень скоро загнутся. Как ты относишься к Sega Mega Drive? Вот так. Что подарить другу для PlayStation 3? Да любую хорошую игру, которой у него нет в коллекции. Главное, ни в коем случае не дари ему мув. Нужно искоренить эту фигню на корню! Будешь ли ты делать прохождение других игр, кроме Metal Gear Solid? Может быть, но мне бы ее осилить. Может и будет что-то казуальное, но скорее всего на одну-две серии. Эй, а когда будут новые обзоры на PSP игры? Все будет, будет. Ко дню рождения канала. Какую аппаратуру ты использовал при съемке прохождения Metal Gear Solid? Сейчас я записываю видео с помощью внешнего девайса под названием Хава. И делать это сплошное удовольствие. Теперь мне не надо заботиться о том, смедведил мой эмулятор или нет, записывая геймплейное видео. И можно сосредоточиться на процессе. Зачем тебе спонсор? Ну разве не очевидно? Как нищеброд ПКшник, задам очень больной вопрос для меня. Я ни Xbox, ни PS3 в глаза не видал ни разу. Но слышал, что PS3 вроде как мощнее. Однако все мультиплатформы, которые я видел, смотрятся хуже именно на ней. Так вот, хотелось бы знать. Может, ее технические качества рассматриваются на что-то, чего по роликам не понять? Технически PlayStation 3 с легкостью закапывает Xbox. Что, к сожалению, не скажешь о сервисах. Что твоя семья думает о твоих обзорах? Она думает, что мне пора искать работу. Какой проект будет следующим после Metal Gear Solid? Metal Gear Solid 2? Ты что, решил переиздать все части серии в своем варианте? Да, представляю, как ты замучаешься с Metal Gear Solid 4. Да, я буду мучиться. Что было самым сложным в создании Let's Play? Были моменты, когда хотелось послать все к черту? Наоборот. Были моменты, когда хотелось послать все, кроме Let's Play. Самое сложное в этом процессе – это написать адекватный сценарий. Самое муторное и долгое – это отмонтажировать все то, что ты наснимал. Ну и да, скажу постфактум, что съемки вживую тоже требуют большой ментальной предварительной подготовки. Но когда мне становится действительно плохо, мой маленький веселый товарищ всегда меня выручает.
Лазар, что ты думаешь о Duke Nukem Forever? Да ничего не думаю. Ну, вышел он, ну и что? Более мертвый, чем живой. Похожая ситуация была с трансформерами. Только если там мое детство изнасиловали неожиданно, то тут я уже заранее подходил со спущенными штанами. Ты любишь файтинги? Я обожаю файтинги. Особенно те, где не надо задумываться о комбинациях а-ля Tekken 6. И можно сосредоточиться на процессе и тактике. Кто больше нравится, Марио или Соник? Соник как персонаж, а Марио как игровой франчайз. Смотришь ли футбол? Если да, любимый клуб. Как тебе наша сборная под руководством... Адвокат! Я не смотрю футбол. Какого цвета волосы дяди троюродного брата твоего отца? Харри. Я нявка? Да. Хотя, конечно, до настоящей няшки тебе далеко. Подальше PlayStation 3. Да, держи. Я на днях запустила Origin в противовес Steam. На твой взгляд, насколько успешна будет эта идея? Я запустила Origin в противовес Steam. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Я все еще вижу, пока ты берешь. Как относишься к развитию облачных сервисов? Я думаю, за этим стоит будущее беззаботной жизни хакеров. Какой анонс ты больше всего ждешь от Kojima Productions? А никакой. Я вообще ничего никогда не жду. Кроме денег. Игнорирование Metal Gear Solid 1 в будущей HD-коллекции — это наглая лень разработчиков? Я думаю, это желание подоить игроков в ближайшем будущем. Что ты думаешь по поводу Metal Gear PC Walking и еще не вышедший Risen? Как игра для PSP, она идеальна. Как сюжетный продолжитель серии, она нанесла такой же ущерб, как и Звездные войны эпизод 1. I need a medical recount. The reading's off the chart. It's over 9000! А про Rising я ничего не думаю. Он еще не вышел, а я не фапаю на игры до их выхода. Если Metal Gear перейдут в HD до того, как ты успеешь на них сделать прохождение, ты будешь делать прохождение в HD или все же в оригинальном? А конечно же HD, ведь мне просто не на чем проходить вторые и третьи части, ведь всеми наша любимая и уважаемая Sony убрала поддержку PlayStation 2 игр с PlayStation 3. А еще они сделали мув. Почему Snake так любит коробки? Почему он не женится на коробке? Ответ на этот вопрос хорошо дан здесь. Ты плакал, когда играл в 4-й МГС? Было что-то где-то рядом в сцене, где Снейк ползет до реактора, но... Что лучше, Mac или ПК? Будущее за Mac. И за роботами. И за гравипушкой. Лет через 40. Сейчас же миром правит Epic Sex Guy. Кто круче, Чак Норрис, ты или Оцелот? Не хочешь, не надо. Почему ты считаешь, что МТС это омерзительное, мерзкое, гадкое? Потому что у меня МТС, и каждые 2 недели они пытаются подключить мне какую-нибудь платную услугу, в которой я не нуждаюсь. Ты играл в Патапон 1, 2 или 3? Если да, то как она тебе? Патапон рулит. И все. Тебя начинают узнавать на улицах? Ага. В нашем шахтерском краю все такие продвинутые. Так умер, если не выйдет. А, потому что не плачь. Постоянно обманывай. Думаете, поможет? Ты будешь приводить и петь песню Snake Eater? Петь? Мне? Я лучше станцую. Почему ActiveSync не работает на Windows 7? Почему солнце светит? Почему машины ездят? Послушай, ты учишься в университете и задаешь такие простые вопросы. Конечно же, ActiveSync не работает на Windows 7, потому что Microsoft продвигает свой продукт. Где граница между шуткой и бессовестным стёбом? Great Fox, you save me. Not yet. Life is like a bullet. Receive it. Это шутка. Who's a dirty fox?
You're a dirty box. А это Стёп. Должен ли в играх быть сюжет? Должна ли в играх быть мораль? Есть игры-фильмы, где мы медленно, но верно движемся по рельсам сюжета. Есть игры, где мы сами себе крафтим сюжет, который ограничивается только нашим воображением. И это хорошо. А мораль денег не приносит, зачем ее в игры пихать? Что для тебя игры вообще? Я играю в игры из-за сюжета. Ну и совсем редко из-за геймплея. Ну и самое малое, чтобы повысить свой ЧСВ. Что бы ты сделал, если бы встретил Снейка? Я бы подарил ему картонную коробку. А вдруг он идет на задание? А чего все боятся Чака Норриса? Ну как же, это же великий. Вот твой вопрос. Почему Чак Норрис не выключает свет? И правда, глупый вопрос. Играл ли ты в последнее время что-нибудь на ПК? Меня потянуло на инди-проекты. В последнее время играю в Dwarf Fortress and Heaven and Hell. Как повысить качество видео перед заливкой на YouTube? Сохрани его в широком разрешении, вот и все. Какие планы держишь в голове? Я думаю... заказать пиццу. А если серьезно, то планирую накопить на DSLR камеру. Если встретится Windows и на льдах, то кто победит? Интересный вопрос. Мне кажется, что Дональд Дак. Иду я, иду. Конечно, Microsoft победит Дональд Дака. А еще она победит Sony и Mac. Даже Путина на выборах она победит. За что мне все это? И главный вопрос, который меня волнует уже хз сколько лет. Представь ситуацию. Один из двух сиамских близнецов берет второго в заложники и идет грабить банк. Ну или совершает иное преступление. В итоге посадят обоих или что сделают? Как только они узнают, что грабители и заложник сиамские близнецы, то сразу же не задумываясь скинут ядерную бомбу на банк, чтобы уж наверняка поразить цель. Лазар, сколько всего человек замешано в твоем проекте? Ну, у нас есть Лазар-монтажник. Привет. Лазар-оператор. Привет. Лазар-сценарист, ведущий. Ах да, не стоит забывать о Лазаре, приносящем печеньки. Эй! Спасибо. А если серьезно, то понятия не имею. После кастинга она значительно выросла. Какое имя бы подошло Снейку, кроме Solid, Naked, Erect, Liquid, Solidus Snake? Я думаю, оригинальное имя 1981 года. Снейк Плискин. Сколько примерно времени уходит на монтаж одной серии видеопрохождения? 12 часов. Ты читал Пратчета или Дугласа Адамса? А Джерома? Стругацких? Скажем так, я предпочитал хроники Амбера и сагу о Капье. Сюжет какой игры или серии ты любишь больше всего? Shin Megami Tensei. Определенно Shin Megami Tensei. На какой вопрос, который тебя не спросили, тебе хотелось бы ответить? А как бы ты ответил? Тебе дать 500 миллионов евро? Да. Ты все время в одной и той же рубашке ходишь? Нет, я хожу в двух одних и тех же рубашках. Откуда так много консолей? Скажем так, садовником у богатых людей ты получаешь больше, чем среднестатистический человек с высшим образованием. Играл ли в консольные новинки? Нет, мой PS3 не прошит, а Xbox скончался. А характеристики своего ноута так и не сказал. Google EasyNote TJ76. Можно что-нибудь крутое на фон? Можно. Играл в Майнкрафт? Да, играл. Позитивно, интересно, но лично мне уже надоело. Сейчас я увлекся Heaven and Hearth. Какой примерно будет частота выхода Let's Play Metal Gear Solid? Как обычно, хз.